продолжении темы могу показать, какая пробка из машин. Та же станция метро Арбатская, центр. Вот так вот машины гоняют по Москве. Классные дорогие тачки. Больше миллиона рублей стоимостью. А вот там вдалеке Пипа уйдет в метро. Свою собственную пробочку из людей. Вот так и живет этот город. И каждым годом людей становится здесь больше. Чем хуже ситуация в стране, тем больше людей в Москве.